Надеюсь, хоть ты вдвоих хотя бы, блять, охуительно. В пизду, блять! А сегодня приветы от меня получают Елена Филатова, Виталик Шуст и Лера Ханина. Чтобы получить от меня привет, вам всего лишь нужно поставить лайк и поделиться этим видео ВКонтакте. Удачи! Hey, what's up, меня зовут Флэй Джикей, добро пожаловать в Overwatch! Сегодня мои страшные баллы вы не сможете заценить, потому что у меня вылез прыщ на все лицо. Я как девочка, ой, прыщ, не хочу, чтобы видели прыщ. Короче, сегодня без вебки, но в любом случае, играем сегодня в ранкет и, блядь, поехали. Наверное, как всегда, попадутся какие-нибудь дауны, я буду бомбить, я буду ненавидеть эту игру, и опять не будет Overwatch выходить около месяца. Да ладно, ребят, шучу на самом деле. Я вот взял бы фару, я бы сейчас взял фару, но я этого делать, конечно, не буду. Я возьму Макри. Да возьмись, блядь, все. Ариса доступна, сейчас кто-то возьмет 100% Арису. В этом нет ничего плохого, но есть люди, которые не умеют за Арису играть. Они просто ее пикают, потому что... новый персонаж, вы чё? Во, охуенная тема, вот сейчас я просто рад. Ну что, дорогие друзья, поехали! У нас сейчас, если будет фара, то мы, нас парень попросил убить быстренько фару, если что. Сейчас посмотрим быстренько. Так, дорогие друзья, выходим на первую позицию. Здрасте, спасибо. Так, кто? Во, фара, слышу. Это или заря было? Тихо. Так. Дорогие друзья, здрасте. Так, летающих неопознанных объектов нет пока. Хотя вот кто-то взлетел, блядь. Ага, фара. Так, тихо. Фару ловим. Надо было перезарядиться, пока я ходил, блядь, а я додик. Оп, почти убил фару, сейчас убью быстренько. Чуваки, где фара? А, блять, тварь! Взял, улетел, блять. Но на самом деле неплохо, ребят, уже 50% нахерачили, и это есть хорошо. И, блять, а, у меня только что была одно убийство золотая медаль, думал, что никто не убил. А там, ребята, справляются пока что без меня, но сейчас мы быстренько попробуем. О, все плохо, ребят, так, стоять. Кто-то же должен сейчас выйти. Джонни, давай, быстро, оп. Тихо. О, блять! Все, успел, блядь, чуть не сдох. Так, блядь, да вы охренели, что за дамаг? Блядь, тихо. Сука, не дают выйти, вы посмотрите, на, въебло. Так, тихо. Да вы посмотрите. Твари выжидают меня, ну давай. Блядь, заебали. Да, сука, да выжидай. Да вы... Во. Спасибо. Так, братан, нам нужно пойти. Пошли, все. Макри. Эй, пидор в деле, да? Блять! Ух, хорош! Просто спаситель мой любимый. Так, пацаны, мне нужно хп срочно, быстро. Давай хп. Молодец. Олгала, блядь. Поехали. Куда вниз? Ну вылетай. Ну, фара. А, фара, блядь. Ай, сука, да ты серьезно, блядь? Да, сука. Я ради фары ультанул, блядь, на самом деле, чтобы фару грохнуть. Не, что-то слишком плохо. У Макри 3 убийства и золотая медаль. Ребят, что вы там творите? Почему никого не убиваем? Давайте быстрее. Поднажали. Пошли, давай. Хоп, хэвсап. Нет, никого. Сюда. О, блядь, не почти. Ой, тихо. Эй, Свинтус, блядь, пошел нахуй. Давай. Кого? Фара где, блядь? Где эта фара? Ее в первую очередь надо ебать, вачелла. Да, блядь. Да почему я такой масила, блядь, ну что это? Кто-то уже на рипера, короче, злится, я не знаю, с чем случилось, но... Почему-то очень странно, на самом деле, реально, что у Макри с 3 убийствами золотая медаль. Такого быть не должно. Ведь это Макри, он должен убивать редко, но метко. Я не знаю, пацаны, что происходит. Мне даже не хочется жаловаться на них, потому что, ну, блядь, вроде мы играем нормально, но что-то идет не так, серьезно. И... Еее, бой! У парня вот золотая медаль. Кто этот? Короче, у Рейнхарда 3 убийства, ребят. Так. Вот сейчас отвечаю, надо фару как-то достать, блядь. Только давай, Джонни, соберись. Главное, чтобы тебя не выкинули. Тихо. Так, Дзинята. Фара. Вон она. Давай, Джонни, аккуратно сосредоточься. Ну как сосредоточиться, блядь, когда тут столько пиздюков? Короче, мы реально проебем, если я не возьму фару. Нам нужно что-то решать. Ребята, берем фару и пытаемся тащить, потому что, ну, Макри у нас не выходит. На самом деле, нужно было это, наверное, еще раньше сделать, но вроде кто-то, по-моему, за фару играл. О! Вот, все, фару грохнули, случайно, тем более. Поехали сейчас, все, урон, давай, Джонни, поехал. Вот так, пошло добро. Давай, Макри сейчас уберем, потому что он нас не сможет убрать. Макри пошел в пизду просто.
Хил, пожалуйста. Так, по этой фаре мы не попадем, ладно. Во, вот сюда, вот. Все, мясо сейчас быстренько накупим на них процентики, и все заебись будет. Так, пацаны, держим точку. Так, кто-то сюда войдет. Так и знал. Макака, пошел в жопу. Это, спасибо за хил. Так, по фаре попадем, по фаре не попадем. Блять. А, попал, нихрена себе. Воу. Оу, гадэм, сори. Блять, сука, пизда тупая. Ну, поначалу я бы сказал, что эта катка получше, потому что, наверное, надо было все же макри убрать и взять фару. Но Риппер что-то у нас, походу, вообще такой плохой парень. Что-то не делает, по-моему, ни хрена. Его что-то все срут, но я не вижу, что он там. Я потому что его просто не вижу. Опа, блять, быстро, не успел, сори. Серьезно, не успел этого пиздючела убить. Так, Дзиняту быстро. На нахуй. Пошли в пизду. Так, все, маха. Ты че, охуел, блядь? Все, всем убийств, ребят, золотая медаль. Что и требовалось доказать. Фара, come here, please. I won't kill you, fucking asshole. О, попали по кому-то. У меня ульта есть, пацаны. Быстро. Там. Здрасте. На, давай, фару, быстро. Фару. Пизду иду. Ну, фару бейте, блядь. Меня сейчас макри уебет. На, блядь. Ой. Что у нас по хилам? Лусио и Ангел. Но почему меня никто не хилит? Когда Ангел не хилит фару, в мире плачет один Джонни. Чуваки, все, ульта есть, давайте, поехали, ну. Бля, макака это заебало просто. Все, улетели, блять, надо было выстрел сделать. Тю, сука! Блять, а вообще Риппер ультовал хоть раз? Я не видел этого, честно. Я вот честно не видел, что он ультовал. Так. Тихо, фару. На! Блядь, апилон хотел. Ну попади по этой блядской фаре, сука, Джонни. Косорукое хуйло. О, Арису там взяли, понятно. Здорово. Братан, вот не нужно своим... Вот хил, где хил, блядь, хил? Ангел. Блядь, где ангел, сука? Где ангел, нахуй? Блядь, где ангел? Где, блядь, ангел? Смотрим. Охуенно! Я, блядь, весь чат заспавнил, мне нужно здоровье. Она тут тусуется, блядь, хилит своего... А, не своего дружбана, но окей. Охуительно, ребят, охуительно. Что я могу сказать? Охуительно! Блядь, просто ноль хила, блядь. Просто летаю, блядь, как пизда тупая. Вот так летаю, нихуя не получается. Блядь, ребят. Да все, без хила я сосу хуй просто. Просто без хила сосу хуй. Я не могу летать, блядь, я фара, меня просто все фокусят. Это логично, блядь, фару фокус. Блядь, вы издеваетесь? Кто против нас? А, я думал, тут два с серебряными лавами, но нихуя подобного. Ой, сука. Мне интересно просто, что не так? Все вроде нормально. Хотя нет, не нормально, я не чувствую хила. Чуть-чуть чувствовал и все. Подожди. Ангел у нас пишет, Лусио, ты юзлес, меняй. Хотя бы Дзиняту. Ладно, Дзинята будет получше, да. Но, блядь, Ангел, не тебе об этом говорить. Кто тут useless? Может быть, я поначалу рад, что ты меня хилило хорошо, но что-то, блядь, под конец нихуяшенько. Так. Вот, блядь, ну вот это читарисы, это реально все. Пиздец. Как мне выталкивать их в яму эту? Сейчас. Так. Бум, блядь, дебил, сука. Мог же красиво взять, убить. Вытолкнуть в эту яму. Нет, Джонни, давай промажем. Так, фару надо. Блять! Короче, в пизду. Это очень плохо, нет. Фара у нас не выходит. Попробуем солдата, ребят. Солдата, у нас нету нормального быстрого дамага. У нас нету ДПСа нормального. У нас есть фара, которая херачит просто. Она не особо ДПС. Поэтому берем солдата. Солдат нужен, да. Тихо. А, хорош! Во, молодец, братан, молодец. Хоть что-то полезное сделал. Блять, по мне фара просто херачит игры. Не, чуваки, реально в пизду такие игры. Просто, блять. Я не могу, реально, просто был охуительный. Я не смогу убить, ладно. У меня был охуительный винстрик. И, блять, просто одни поражения, блять. Ну че я один на точке делаю? Где все, блять? Вот, блять, вот Дзинята навесил на фару хилку. На меня, блять, кто-нибудь повесил хоть раз хилку от Дзиняты, когда я за фару играл. Блять. Надеюсь, хоть ты в двоих хотя бы, блять, охуительно. В пизду, блять!
Все, прыгаем на точку. Блять, ну нету времени. Хули вы там стоите на точку? Быстро прыгайте. Все, поехали. Быстро, быстро. Фару, фару, фару. Да, улетело, понятно, блять. Все, охуительно, проебали. Проебали, пацаны. Да все, что вы там хотите сделать, блять? Все, до свидания. Блять, все, до свидания, короче. Вот, блять. Ну, щитарисы сейчас бы поставить, блять. Все. Я в рот ебал. Я в рот ебал эту игру просто. О, бля, спасибо огромное, Overwatch. Я не знаю, что реально в ранке делать. Я просто не могу. Мне нужно сидеть и просто самому. Без записи. Потеть. Плакать. Орать. Блять, на тиммейтов до 3000. Потому что сейчас невозможно просто. Я не знаю, что происходит. Просто постоянные проигрыши. Откроем контейнер. Говно, спасибо. Спасибо. У меня сейчас самое топ от такое охуительное настроение, ребят. Блять, просто Ctrl-C, Ctrl-V, но хотя... А, дублика. А, мы еще и дубликат. Обожаю. Я бы на самом деле научился за макро играть, я... Что-то хочется мне за него научиться играть. Не будем тратить мы наши монеты, оставим их на какие-нибудь другие скины, которые выйдут в какое-нибудь обновление классное, потому что они будут редкие и будут стоить 3000. У нас не особо так много. Нам хватит всего лишь на одну легендарку. Да, надо всего лишь легендарку нам хватит. Что-то такое классное купить. Но я думаю, на макре чуть-чуть позадрочу. В принципе, фара очень классная. Но, блядь, когда у тебя тиммейты не могут тебя хилить, это, блядь, очень плохо. Ты просто бесполезная фара. Я не знаю, что случилось. В ранке, где было все отлично, но что-то пошло не так. Спасибо за просмотр этого ролика. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlagGK. Всем удачи, всем пока.